danu svijetu namjetno. Ja, pošto вы сейчас снимаете. Пожалуйста, не давайте это видео тем людям, которые заинтересованы, чтобы у себя архивы их держали, потом это самое. Смотрели, кто против, кто за. В 2013 году я в Акипрессе дал пресс-конференцию. То, что со мной случилось, то, что они со мной делали, я все там рассказывал. Рассказывал. Потом люди, именно Бабанова вышли за мной на улицу. И начали меня преследовать. И сказали, что я боюсь, что ли, я им интервью не даю. На вопросы не отвечаю. Я говорю, если вы на самом деле настоящие журналисты, беспристрастные, пожалуйста, я дам единственное условие, что вы будете показывать по телевизору. Я все то, что случилось, как пересылали меня, как за мной бегали, как домой переходили, как меня вызывали на город на встречу и так далее, и прочее. Я все это рассказал. Это видео я нигде не встретил. Пожалуйста, так не поступайте. Если вы журналисты, хотя бы за честь журналистов боритесь. Вот в другую сторону поддерживать, вот в нашу сторону, разница нет. Будьте беспристрастными. Первый мой это вам просто. Значит, это самое. Я был крупным акционером. АКВ Кыргызстан. За мной бегали. Откуда они телефон домашний, мобильный брали? То город вызывали, то домой приезжали, чтобы я акции давал. Я не хотел бы. Я не хотел бы. Угрозы были и так далее, прочее, что я живу в Кыргызстане, я не кыргыз, самое большое угодно может получиться. Да? Я об этом любом, куда мы писали заявление, я писал, указывал. Однако нигде никакое решение не было принято. Никакое решение. Значит, это самое. Если я вру, обманывал в 2013 году, именно Бабанова Юрий, его, по-моему, МТС тогда был, да? Я не помню. Сейчас ну, это 100% его Юрий. Да? Они снимали. Снимали. Я это все сказал. Если я ложь говорил, они могли бы меня привлечь к ответственности за ложную информацию. Я не обманываю. Если надо будет, я в состоянии доказывать свое все это, то, что мною сказано. Во-первых, значит, с 2008 года я ни один копеек дивиденды не видел. Он нас в галош посадил, и отдал какое-то самое. То, что можно было туда выжать, все выжали, дали нам голый банк. По сегодняшний день мы в долгах. Там были кровные заработанные деньги. Поэтому я переезд Бабанова приветствую и прошу его, чтобы меня восстановили в правах акционера АКБ Кыргызстан, какой процент у меня был. И вот все дивиденды за 11 лет пусть меня выдают. Вот я это требую, моя требование.